Люди, которые почти вслепую закрывают мишени. Люди, которые на бешеной скорости спускаются со склонов сидя. Люди, которые маневрируют двумя клюшками, не заслуживают определения спортсмена с ограниченными возможностями. Ваня занимается кёрлингом для спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата и нервной системы около 4 лет. Рассказывает, за это время добился результатов. Если в начале тренировок он толкал гранитный камень на 3,5 метра, то теперь силы его толчка хватает на 15. В планах увеличить метраж и выступить на Паралимпиаде. И услышал я про кёрлинг, увидел это, и мне это понравилось. Мне стало интересно. И это меня настолько затянуло на эти 4 года. Самое сложное в тренировках – это, скорее всего, заставлять себя трудиться. Потому что каждый день заставлять себя. До сих пор к этому не могу привыкнуть, если честно. Принципиально правила кёрлинга на коляске от олимпийского вида не отличаются. Камень нужно загнать по спортивной терминологии в дом. Играют спортсмены, разумеется, сидя, и бросок проводят не рукой, а экстендером – специальным удлинителем, который помогает прицелиться и толкнуть камень. Движение камня не корректирует, щеток в таком кёрлинге нет. У них только вот бросок и все, больше то, что вот получилось с экстендером направить там, или подкрутить как-то камень, направление задать ему. Только за счет вот этой палочки все работает. Например, такой паралимпийский вид спорта, как слэдж-хоккей, появился в 60-х годах. От классического он тоже кардинально не отличается. Две команды по 6 игроков в каждой, также 3 периода по 20 минут. Скорость шайбы в обоих видах может достигать до 100 км в час и больше. И на этом равенство заканчивается. Отличие. В слэдж-хоккее играют сидя на специальных санях, отталкиваются и передают шайбу двумя клюшками. Это и восхищает спортсменку Наталью Рыжову. За судьбой паралимпийской сборной по слэдж-хоккею следит между тренировками. Сама готовится к отборочным соревнованиям по стрельбе из лука. Но в эстафете паралимпийского огня этой зимой принять участие успела, несла факел. Поучаствовать вот в этой эстафете – это очень здорово. У меня пока еще не получилось побывать в качестве спортсмена на Паралимпиаде, ну хотя бы так. Но я считаю, что зимние виды спорта, они очень сложные, они просто невероятно сложные. Все вот ребята, они очень мужественные, они молодцы. В 2016 году Наташа планирует попасть на летнюю Паралимпиаду уже в качестве участника. На Паралимпийские игры в Сочи отправились 3 красноярских спортсмена. Один из них, Алексей Бугаев, в первый же день выиграл серебряную медаль, уступив своему сопернику всего 6 сотых секунды. На следующий день он же взял бронзу. Алексей выступает в категории 100 для спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата. При этом при спуске он развивает скорость до 127 км в час. Его победы лишний раз доказывают, ограничение тела – это не ограничение духа, желаний и возможностей.